Расселением аварийных домов, где есть риски обрушения, в срочном порядке займутся на Камчатке. Толчком для ускорения процесса стало мощное извержение, произошедшее у берегов полуострова ранним воскресным утром 18 августа. Сейчас завершается детальное обследование зданий на предмет разрушений. По итогам обследования в городе, Константин Викторович, безусловно, нам нужно те дома, в которых есть риски обрушения, срочно и расселять, и в том числе, если есть обоснованные опасения у специалистов, меры, настойчивого переселения в маневренный фонд применять, потому что, как бы то ни было, здоровье граждан превыше всего. И факты уже свидетельствуют, что в том числе и по Тундровой 42 мне приходили обращения по Красной Сопке улице, тоже соответствующий дом, который признан аварийным, сейчас ждет расселения, тоже там деформация была. Если будут сигналы по другим домам, на них реагировать максимально быстро. Полноценное жилье взамен аварийного камчатцам обещают предоставить в кратчайшие сроки. Усилить работу по расселению сейсмодефицитного жилья губернатор поручил Минстрою региона. Руководители всех отраслевых направлений тем временем отработают с камчатцами правила поведения во время землетрясений и других природных происшествий. В понедельник, 19 августа, специалисты будут обследовать внутри все объекты социального назначения, в первую очередь школы. При необходимости до начала учебного года там проведут все нужные работы по восстановлению. Кроме того, на интернет-ресурсах обновят памятки с правилами поведения во время подземных толчков.